Добрый день! Второй обзор насосного оборудования «Хозяин» будет посвящен автоматическим насосным станциям, применяемым в быту. Если вы еще не смотрели наш обзор поверхностных насосов «Хозяин», рекомендуем вам это сделать, так как станции сделаны на базе именно этих насосов. Насосная станция может быть использована в системах водоснабжения на даче или в небольшом доме, там, где целесообразно использовать автоматическую подачу воды. Автоматическая насосная станция может подавать воду из скважины, колодцев, любых открытых источников с глубиной воды до 8 метров. Ее также можно использовать, когда есть необходимость перекачать воду из больших резервуаров или повысить давление воды, поступающей из магистрального водопровода. В автоматических насосных станциях «Хозяин» используются центробежные самовсасывающие насосы, которые были рассмотрены нами ранее, в первом обзоре. В станциях используются насосы разной мощности, с разными корпусами – чугун, нержавеющая сталь, алюминий. В зависимости от мощности применяемых насосов, у насосных станций различные напорно-расходные характеристики. Насосная автоматическая станция – это насос и автоматика, управляющая его работой. Стратегия бренда «Хозяин» по уменьшению цены в данном случае очень простая. Управление насосом осуществляют недорогие и проверенные временем компоненты – гидроаккумулятор и механическое реле давления. Напорный мембранный бак емкостью 18 литров предохраняет насос от частых запусков и отключений, в результате чего увеличивается его срок службы, поддерживается давление в системе и обеспечивается бесперебойное водоснабжение потребителей. Для автоматического включения и отключения насосной станции применено реле с максимальным давлением 6 атмосфер. Для визуального контроля давления в системе используется манометр. Реле давления и манометр крепятся через штуцер на фланце гидробака. Насосные станции «Хозяин» выгодно отличаются от своих ближайших конкурентов. Первое. Отличные напорно-расходные характеристики и характеристики энергопотребления для своей ценовой группы. Второе. Удобная упаковка, которая сохраняет изделие при его транспортировке. Третье. Яркий, броский цвет и дизайн всего изделия. Четвертое. Конструктив и комплектация разрабатывались китайскими производителями, которые производят насосы для известных европейских брендов. Автоматические насосные станции «Хозяин» готовы к применению без предварительной подготовки и наладки. Но для того, чтобы поставить их в систему, мы рекомендуем укомплектовывать станции защитой от сухого хода. Устройство защиты можно использовать от любого производителя. При монтаже всасывающего трубопровода на конце обязательно должен быть установлен обратный клапан. Мы рекомендуем из металла, то есть латунный, с латунным внутренним седлом. Отметим, что температура перекачиваемой жидкости не должна превышать плюс 35 градусов. По технике безопасности насосная станция не должна устанавливаться на открытом для непогоды месте. Несмотря на то, что насосы «Хозяин» производятся в Китае, а как мы знаем, очень многое зависит от материала, технологий контроля качества, и на примере насосов «Хозяин» мы в очередной раз смогли в этом убедиться. В данном случае качество товара не стало жертвой цены. Реальные характеристики соответствуют заявленным производителям. «Хозяин» – качество, доступное каждому.